Всем привет, с вами Нанси. Сегодня я вам расскажу, кто такие токсики в Geometry Dash. Кстати, это мой второй канал. Хочу посоветовать вам подписаться на мой первый канал Джази. Там я снимаю годный контент. Прошу подписаться, ссылка в описании. Итак, кто такие токсики? Токсики — эти люди, которым на все плевать. Они обзывают всех без причины и аргументов. Они, например, говорят, что какая-то работа говно, хотя сами делают в 100 раз хуже. Либо же говорят любому человеку, который пришел к стрим-демон, что они нубы и играют лучше. На самом деле нет, с ними невозможно общаться. Они считают тебя самыми лучшими. Сейчас я вам покажу пример. Если вам понравилось данное видео, поддержите его лайком. Еще это видео будет пересолито на мой основной канал. И подпишитесь, если не лень. И всем пока!